Артюр Рембо. Сестры милосердия. Немецкие пулеметы. Сейчас тут. А нам бы ответить-то нечего. Молодой человек, 20 лет, загорелый, взор блестящ, голым мог бы красавец гулять, мог бы лоб окаймить медным обручем, зрелый под персидской луной гений обожествлять. Пылкий в смуглых своих первородных щедротах и в привязанностях, гордый, выпустив пыл, он подобен морям в бурных южных широтах с плачем летних ночей, что в алмазах застыл. Молодой человек перед мерзостью мира, в сердце дрожь у него, раздраженье кипит, под рубцами саднит и по-прежнему сыро, вот когда он сестру милосердие зрит. Но о, женщина, плоть для любви, жалость в сладость, ты сестрою ему никогда не была, никогда черный взгляд, пышных грудей покатость, тень внизу живота, ею слыть не могла. Если нас, как слепцов, сводит сон перепутий, чтоб обняться с тобой, это разве вопрос? Нас развешаешь ты, о владелица грудей, к ним качаясь, прильнем мы со страстью в засос. Эти обмороки, онемение, бесстыдство, это скотство, что раз довелось пережить, возвращаешь сполна нам, о ночь, без ехидства, как ту кровь, что с луной каждый должно пролить. И когда лишь на миг женщина устрашится песни действия и зова жизни, любви, в травы муза сойдет, справедливость зардится и терзаниями загорится в крови. Ах, ему бы покой и немного сиянья, потеряв этих двух беспощадных сестер, стонет с нежностью он, а на уке прощанья и со лба на цветы кровь сочится из пор. Но алхимия, как и святое ученье, гадки раненому тяжело гордецу. Одиночество есть у него ощущение, и, вверяя себя гробовому концу, ночи истины и бесконечной прогулки в царстве сна, он, красив, сколько бы ни смотреть, уповает душой, миновав закоулки, на тебя,
О, сестра милосердия, смерть! Июнь 1871.